Сегодня 13 апреля, 24 год. Закрепленный участок ИП с Арсеновым. Мурацайское водохранилище. Вот сегодня ночью сайгаки делали миграцию ночью. И вот не смогли выйти вот на этот обрыв. И захлебнулись. Вот их скок. Вот сейчас убираем, чтобы не было заражения воды. После зимы они слабые. Сейчас еще происходит линька. Вот погибли сайгаки. Вот вытаскиваем с той стороны реки. Он работает охотпромзон. На тракторах, на этих тоже. Вот с двух сторон реки. Яр высокий. Не смогли вылезти. В этом году воды много. Волна сильная была. Буран ночью был. Дождь. И вот не смогли они подняться. И вот вся отара захлебнулась.